Приехали на очередной коп. Всем привет, с вами канал Лев Лайф. Вот уже первый сигнал, 15:14. И вот должно быть вот в этом кусочке. Ну, смотри, пап. Сейчас будет просто. Ветрище вообще сегодня конкретный. Эквинокс. Да, то есть я не говорю, что пинпонтером это видел. Нет? Ну, за сигнал. Угу. Ну, что там? Что-то капель копеек. Че, фетр? Копеек наш. Ну, покажи. Ходячка. Ну. Точнее, уже же не ходячка вроде бы. Ну, все, принимаешь. Наш. 10 копеек нашли. Сразу же первый сигнал. И первая монета. Кристина вон ходит. Сейчас покажу вам. Где она? Вон она. Ходит с Орексом. А мы сейчас туда, в ту сторону пойдем. Что найдем, покажем. Что не найдем, не покажем. Белка, да? Там 5 сантиметров, да. Не успели отойти. Тут сигнал опять. Первую ямку. Первую закопали. 23-24. 23, 5 сантиметров пока туда. Где-то тут. Я поделю. Тихо, не сломай крест. Кольцо не разрубил. Там, наверное, какая-то это. Ювелирное украшение какое-то. Давай проверим. Иди в этом кусочке. Бей, я скажу. Нету. Где-то здесь по-любому. Не рвется. Нету. Нету. Да, здесь показывает. Че, это пробка, что ли? Пробка подводки. Ну хорошо било. Первая пробка. Обошли мы круг. Все, промерзше дальше там. Кристина тут ищет. Что нашла, Кристина? Это заезд был на лед, что ли, да? Ну, это лыжники гоняли. Пропадает? Был же сейчас только что пищал. Что нашла, покажи. Монет? А ты вон туда вставляй, вон удобно же. Опа, вставила. Ну, я так говорю. Он сам отключается сразу. А. Второй стрим. Ага. Какую монету нашла? Каких? 50 копеек еще. Не ходячки, да? Нет. Мы тоже так. Мы 10 копеек нашли только. Не, у нас ценные. Что-то есть, да? Что показывает? Было вообще 42. Как тебе лопат? Ты каждый раз спрашиваешь. На видео. Ну, что выкопало, да? Какой сигнал? 90. Так блок вообще опасно ложить, да? Надо его все-таки это в рукав. Наступить на него легко. Как ты наступишь, если сидишь на месте? Ну как? Ну ты, может, наступишь. Золотое кольцо давай.
это звуком кольца. О, вон пробка. Золотой пробки. Ну покажи. Что за пробка-то? Угу. Коллекционная пробка. Угу. Кому надо, пишите. Такая пробка. Недорого. На аукционе продадим все равно. Ценная самая пробка. Так, очередной золотой сигнал у Кристины. Что, не выкопала, что ли? Выкопала. Это может быть хоть что, хоть мусор. Что-то мелкое очень он видит. Дело же хорошо. Я говорю, это где-то под землей еще. Вот, всегда я пробил. Вот что я вижу. Ага, я тень. Это что-то другое уже. Это что-то другое. Нет, ты то найди тот сигнал. Да. Золотой где? О, что это такое? Вот они, два сигнала. Ага, что это такое? На бутылке, что ли? Пробка, что ли? А, я думал, что такая-то бижутерия. Ну-ка, C2 покинь его куда-нибудь. Мне показывало это. 4. Он тот 34. Мне показывало это фольгу, как я сказал. 98. Не, может быть этот увидит Орыкса, а этот-то ничего не видит такого. Да мы вон туда, под этот, под горой снизу, там, где дом стоял. Ну сейчас в ту сторону пойдем. Пойдем. Пришли на старый дом. Под сну... Уже нету почти его, одни стены стоят. Тут жил местный колдун. Сейчас будем искать его амулеты золотые. Кристина уже приступила. Что-то звонко пищит. А нельзя, кстати, потише сделать? Можно. Я не знаю как. Ты умеешь? Ты, конечно, умеешь. Находишь громкость, регулируешь. Ну там, в принципе, в настройках все есть. Сейчас настроим, Кристина. Я покажу этот дом колдуна. Такой тут дымовая яма. Мусорка вообще оттуда сверху, там контейнер стоит. Вот стены еще стоят. От него. Железо тут лежит вот. Ну и что? Да. Динамик вот что. Нет или да? Вот я про то и говорю. Да, нет, да, это что просто был звук. Надо как-то настроить, чтобы это громкость была. Три. А что, любые к нему наушники идут? А, это подсветка. Нет. Ну, в принципе, любые можно, но они будут проводные. Сейчас копали. Все промерзшее, правда. Выкопали какую-то штанину или что это. И она сигналит. Давай посмотри, что там. Я буду снимать. И она пищит хорошо. А, о, смотри. Что это такое? Я не знаю. Что написано? Баночка. 10 штук что-то там. Ваночка, наверное, крючки, наверное. Не открыть с крючками, наверное, ваночка. Думаешь? Не знаю. Номер 4. Еще не открыть.
Никогда. Сейчас перчатки сниму. Ага. А, засухарилась. Надо протереть ее, а? Ну, мокрая. О, пошла. Угу. Нет, так в тряпке идет. Проворачивается. Не просыпь золото. Может. Не, крючки. Такие крючочки нашли. Ну, разные. Два таких и несколько таких. Угу. Что там, может, что есть? Не знаю. Пробей. Сейчас я пробью. Надо снимать, я пробиваю. Что, они так сильно же? Да, что-то они сигналят еще. Еще сигналят? Да. А давай, что-то еще есть. Давай, поснимай, посмотри. Весна. Чуть больше карманов тут я не вижу. Что-то сигналит еще, не знаю. Что, пойнтером проверил? Да, кстати, можно. Да, он, да? Да. Что-то пищит. Интересно. Тут видишь, видимо, эти, как закрывашки. А, клепки. Да, клепки. Но больше ничего нет. Сейчас еще там посмотрим, получу часть еще от нее. А может целиком штаны? Наверное. Что-то еще пищит, сейчас будем смотреть. Там, чтобы стекла не было. Что-то есть. Ладно, как откопаем, покажем. Так, приехали уже в огород. Там ничего нету у нас. Кристина копает. Что-то находит. И мы как раз тут. Первый сигнал. Так, ну, первый сигнал и сразу монеточка. Сколько это? 2 рубля, что ли? Нет, советская какая-то. Не, 2 рубля наша ходячка. Правда? Ну. Я думал, правда, какой год. Ничего не видно. 97-й год. Ну, ну. Первая монета на огороде. Че, нашла что-то? Че нашла? А? Ну где я не вижу? А да сюда. Я же снимаю. Все потеряла. А что было? Маленький-маленький еще мой. Кусочек нет. Видит, да, такое? Хорошо так. Что дальше копаем? 20 был сигнал, пробка. Ну, советская. Угу. Выключенная. Уже сколько прошел? Или, видать, здесь алкаши. Одни водочные пробки. Кристина копает. Что, нашла что-нибудь, Кристина? Ничего нет. Чего не можешь найти? Так, очередной сигнал. 18 был. Вроде бы монета. Давай я подру. Перчатками. Ну, что-то тоненькое. О, это вообще старая монета. Или это вообще не монета? Чешуя. Вообще тоненькая, блин, тоненькая. Что-то это как будто... Даже не советская монета. А? Может, какая-то вообще это. Ну, помыть надо, сходить до бака. Вообще, может, не монета какая-нибудь штука. Мне кажется, монета. Ладно, по-моему, покажем. Да, по-моему, покажем. Дальше пока мы вот эту ямки. Дальше мы пока ходить. Смотрим монету. Или это не монета, там нет. Дырочка какая-то. Может, в ней. Украшение, подвесочка.
Ну, копейка. Одна вторая копейки. Ну, я говорю, что это монета. Почему такая маленькая, по-моему, большая? А есть одна из четвертой, да? Там вообще... Какие гадают? Гадают тем более не будет. Какая монета? Надо, чтобы она... Ну-ка, ты держи, я поснимаю. Это лучше будет видно. Ладно, перчатки. Ее надо намочить. Какая она маленькая. Мочи. Она будет видно. Ну, здесь копейки написано. Одна вторая сверху. А дырочка что? Что-то носили ее как-то? Может быть, как это носили, какая-то. Совсем маленькая, да? Ох, бил, это хорошо, это какой-то металл носит. Медь? Благородный. Медь, не думаешь? Или бронза. Такая, надо... Ну, потом покажем еще. У историков надо интересоваться. Не надо это стирать. Да не, я же не тру. Называется патина. Патину не надо стирать. Ну вот какая-то буква Александр или что, или вот видишь. Да, да, да. Как будто А буква. Александр второй. Александр второй? Угу. Такая заморошенная, но вообще. Какие-то года. Еще увидеть. Написано года еще, думаешь? Думаю, да. Должны быть. Видишь, даже монетный двор какой-то там вообще видно. Вот здесь же года. Может, дорого стоит по-любому. Одна из монет самая дорогая. Как обычно. Как обычно у нас. Не знаю, надо ее чистить. Ну, прикольная находка. Ну. А сколько у меня будет? А, ну попробуй, извини. А. Что там у тебя? 58, все подряд. А я еще, может, часами звенит. Ну, да, часы будут покрякать. Отходим. Вон он стоит у тебя. Ботинки у меня тоже такие же. Я тоже такие же. Говнодавы называют. Так, сейчас сигнал покажу. Блин, там взялся. Десять одиннадцать ровно. Давай. А где? А где? Сейчас. Десять. Ну похож на рубль. Это что ли? Ну-ка дай я посмотрю. Что-то. Какая-то медяшка. Бедная, ну-ка дай. Алюминька. Угу. Я думаю, рубль. Тебе, Кристина, вся уже? Сок, медь, что ли? Так, сигнал 20. Давай, пробуй. Что это опять? Водочная пробка. Опять? Ё-моё. Жили, видать, здесь алкоголики. Конкретно. Кристина уже присела. Умаялась. Помыла уже металлоискатель и лопату. Сапоги новые. Ровно 13. Сигнал. Сейчас в прямом эфире будет папа копать. Сколько сантиметров? 10 показывает. Еще тут. О, там лед. Тут еще. Маме взять. Стой, погоди. На, пробуй так. Я тут проверю. Ну. Тут как будто. Тут. 13 ровно. О. Мяша. Где-то тут. Что это такое? Кусочек железа. Да? Ну, наверное, на консервной банке. А чё он 13 бьет? Ну, может, это алюминий. Знаешь, это гнилой такой. Ничего хорошего вообще. Все, пришли с поля.
с огорода. Сейчас будем мыть катушки, ботинки. Ну как, только руками, наверное. Ну конечно. Все, собираемся, поедем домой. Отлично сегодня поработали. Покопали нормально. Ладно, подписывайтесь на канал. Ставьте большие пальцы вверх. Всем удачи, всем пока.